Может быть, тоже вдохновитесь и будете рисовать, а не только заниматься спортом. Вот. Ну, итак, мы начинаем, Сергей Юрьевич. И, может быть, тоже вдохновитесь и будете рисовать, а не только заниматься спортом. Вот. Ну, итак, мы начинаем, Сергей Юрьевич. Ну что ж, друзья, добрый день. Вот мы с вами и вышли на финишную прямую нашего ломоносовского конкурса. Пятый день. Номинация «Декоративно-прикладное искусство. Фотография и видеоролики». Ваши аплодисменты. Вот мы с вами и подходим к концу. Сегодня, я думаю, вы уже убедились, что будут яркие краски, замечательные подделки и вообще любое творчество, не только танцы, не только песни, но и то, что у нас ребята делают руками. А главное, они делают это от всей души и от всего своего большого сердца. Ну что же, хочется представить вам тех людей, которые сегодня будут принимать такое важное решение, оценивать ваши работы и ваши таланты. Начнем с тренера по шахматам, педагог в русской школе шахмат, работала во Франции и Германии, Дарья Нефедова. Выпускник нашей школы 2018 года, студент журфака МГУ, сотрудник телеканала «Москва-24» Максим Липовецкий. Почетный работник общего образования, гранд-мэра Москвы в области наук и технологий, победитель конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации» Людмила Федоровна Виноградова. Заслуженный учитель Российской Федерации, стаж работы в школе, 41 год, ветеран труда Людмила Константиновна Смирнова. Художник-оформитель, преподаватель высшей категории, руководитель студии художественных ремесел «Золотой завиток», который является ведущей творческой студией города Москвы, Бандуркин Виталий Сергеевич. Режиссер-постановщик, руководитель театральной студии «Небо в ладонях», председатель жюри Елена Эдуардовна Сульянова. Для вступительного слова к микрофону приглашается Елена Эдуардовна. Бурные аплодисменты, друзья, бурные аплодисменты. Спасибо, ребята. Да, сегодня последний день нашего замечательного ломоносовского конкурса. Очень радует, что он держит высокую планку. И очень много участников у нас. Более 110 человек приняли участие в этом году в нашем конкурсе. И это очень здорово. Это здорово, что вы такие творческие, что вам нравится и петь, и танцевать, и рисовать, и делать всевозможные подделки, заниматься скульптурой, архитектурой. Вы очень разносторонние. Это очень здорово. И огромное спасибо, конечно, и вашим родителям, которые стараются, занимаются с вами, вашим учителям, ну и вам, потому что без труда никакой талант развить невозможно. Ни в спорте, ни в живописи, ни в музыке, ни в танцах. И сегодня на нашем последнем творческом дне ломоносовского конкурса к микрофону приглашается Данияр Ларин, первый А-класс. Ваши аплодисменты, давайте поддержим.
рассказать, может быть, немножко о своей работе, да? Вот, ребят, посмотрите, какой здесь замечательный цирк. И клоуны, и лев, и попугаи. Ой, посмотрите, пожалуйста. И нашему мужику я сейчас тоже покажу. Видите, и пластилин, да, и картон, и рисунок. Как все здорово, тонко сделано, изящно, да? Замечательно. Молодчина, молодчина. Да еще стихи, ты еще как красиво написать. Умничка, молодец, спасибо. Спасибо большое. У тебя много вообще поделок? Или это пока первая такая большая работа? Пока первая моя работа на Ломоносовском конкурсе. Понятно. Я надеюсь, что в следующем году у тебя будет уже несколько работ, и ты нам их принесешь и предоставишь. Правда? Да. Все, успехов. Ты просто замечательный. Спасибо. Ваши аплодисменты Данияру Ларину из 1-го А класса. Вот эта подготовка. Просто изумительно. А на сцену приглашается Варвара Сергеева, 1-Б класс. Аплодисменты давайте поддержим. Это все-таки первоклассники, возможно, это первое выступление. Да, выходите, выходите. Я в первый раз выжигаю по дереву. Мне очень понравилось. Моя мама, когда была маленькая, тоже выжигала. Так что. Эта роспись называется «Пифагорская». Я узнала о ней на декоративно-прикладном искусстве. Главные цвета в ней – это красный, желтый и зеленый. Смотрите, как красиво. Это первый раз, как красиво. Молодчина, Варвара. Ну, здорово, просто здорово. Пусть постоит, Варвара, солюбуется все. Ладно, еще. Потом мы тебе отдадим обязательно. Ваши аплодисменты Варваре Сергеевне. Теперь же к микрофону приглашается Извекова Вера, 1-Б класс, поделки «Волшебный дом». Давайте поддержим. Какая сегодня прекрасная атмосфера и поддержка в зале. Это просто изумительно. Я сделала свою поделку из формирана профессиональной глины детской. Как изящно, как тонко. И бабочка сидит на крыше, и цветочки. Я бы очень хотела жить в таком доме. А вы? Очень очень. Молодец. У тебя есть еще поделки какие-то? Или тоже на первый раз? Не первые? Ну, здорово, молодец. А давно ты занимаешься этим чем-то? Давно? Молодец. А с кем? С мамой? Или ты где-то занимаешься? С мамой. Ну, маме аплодисменты. Спасибо большое. Или ты еще что-то хочешь нам сказать? Все, да? Ну, спасибо. Спасибо. Ты умничка. Очень красиво. Спасибо. Спасибо большое. Это была Извекова Вера, 1-Б класс. А к микрофону приглашается Марк Галатенко, 1-В класс, с каким-то очень интересным портретом. Я нарисовал свой автопортрет. Вот, посмотрите, пожалуйста. Похож. Похож? Похож, сумел схватить, да? Рассказывай свои рисунки, где ты занимаешься, с кем ты занимаешься, скажи, пожалуйста. Я занимаюсь в Строгановской академии дизайна. Ух ты! Ну, это не оттуда, конечно, но... Не оттуда, но тоже твоя же, да, работа? Ну вот, посмотрите тоже, какой кувшин. Он, конечно, пока не очень объемный, но ты будешь добиваться, да, чтобы... Вот, и еще, видите, сюда... Как вкрапление сделаны настоящие цветы. Вот. Ну, здорово.
Хорошо, хорошо. А сколько ты занимаешься в Строгановке? Ну, примерно где-то... Одну неделю. Уже такие работы, уже автопортреты рисуем. Представляете? Это я там рисовала. Молодец, молодец. Ну, мы тебе пожелаем успехов, хорошо? Давай, и в следующий раз. Спасибо тебе большое. Мы желаем, чтобы все за неделю учились так же прекрасно рисовать, как и Марк Галатенко из 1-го В-класса. На сцену приглашается Полина Уганина. Ваши аплодисменты. Я рисовала свою работу на тему абстракция. Покажи, прям подойди. Вот. И рыбки, которые очень любят кошечки, да? Ты поэтому нарисовала все вместе? Серый, черный цвет и белый. Но в этом и есть моя абстракция. Да. Здорово. Видите, какие тут цвета, тени, переливы. По-моему, очень здорово. А где ты занимаешься? Скажи, пожалуйста. Я занимаюсь в Красноплесненской детской художественной школе. Как она называется? Как называется Красноплесненская школа? Все, понятно, хорошо. Молодец. А еще есть у тебя какие-то работы? Да, это только моя вторая работа. Я уже занимаюсь где-то месяц. Ага, тоже. Вот посмотрите, как недавно работает человек, да? И уже такие прекрасные, замечательные работы. Только вторая. Да, здорово, здорово. Ну, спасибо тебе, Полина, большое. Ладно, спасибо. Ваши аплодисменты. Полина Уганина, 2-й В-класс. На сцену приглашается Варданян Алиса, 2-й В-класс. Давайте поддержим бурными аплодисментами. Я уже художкой занимаюсь, конечно, много. Я уже занимаюсь 3 года, и в то же самое художник, где и Полина занимается. И у меня, конечно, много работ уже. Покажи, пожалуйста, свою самую главную, большую работу. Вот, смотрите, здесь уже и стаканчик у нас объемный. Вы видите, как красиво все нарисовано? Яркая работа какая. Осенняя, замечательная, да? Какие краски, какое сочетание красок. С таким вкусом сделано. Молодец, молодчина. Все посмотрели, да? Вот такая замечательная работа. Молодец. У тебя одна работа здесь? Ну нет, много, конечно. Нет, а сюда та одна, не знаю, да? Да, одну. Хорошо. Ну что ж, мы тебе желаем успехов, удачи. Ладно, и приноси новые работы нам своим. Хорошо? Рады нас. Ваши аплодисменты. Варданян Алиса, 2-й В-класс. На сцену приглашается Афанасьев Георгий и его холодный арктический тигр и волшебный кролик. Ваши аплодисменты Георгию. Но делала это на дистанционном. А,
то есть практически самостоятельно, да? Да. Молодец. А почему арктический тигр? Вот я знаю, арктический медведь там, да, у нас есть полярный. А почему, а как тигр может оказаться арктическим? Это порода новая какая-то? Нет. Или просто ты придумал, это твоя фантазия такая интересная? Нет, просто следующий год будет... Вот тигр, тигра, да. И ты решил сделать арктического тигра, да? Да. Все, понятно. Ну, посмотрите, какой красивый, с какими бирюзовыми глазами. Выглядит он серьезно, но на самом деле он добрый. Ага, понятно. Это, оказывается, очень добрая порода. Здорово. Да, его можно гладить. Замечательно. Молодец. Молодец, Георгий. Так. С этим зайцем. Ага, и полярный тигр дружит с этим кроликом, да? Да. Как называется эта картина у тебя? Расскажи. Сказочный заяц. Сказочный заяц. Он только что поел, и у него появляются всякие яркие мысли. И на нем это появляется. А поел он хорошо, брюшек. Ты видите, какой у него? Замечательно. Ага, ясно. А это какая лапка у него тоже, да, интересная. Он как будто весь из лоскутков. Видите, как здорово сделано. Ярко, очень здорово. Очень здорово, Георгий. Просто и оригинально, согласитесь, да? Очень оригинально. Молодец, молодец. Спасибо тебе большое. Желаем тебе успехов. Хорошо? Да, и работа оформлена, молодцы. Вот когда работа оформлена, конечно, они приобретают совершенно такой завершенный вид, законченный. Хорошо, так, следующий наш участник. Следующий участник – это Мария Торчилина, 2-й Б-класс. Давайте бурные аплодисменты Маше. Она у нас и танцевала, я помню, и пела. Моя работа вот это. И вот это? Да, да, тоже моя. Как вы думаете, что это? Водопад. Молодцы, правильно. Видите, какой красивый водопад. Где ты учишься? Художественная школа имени Серова. Имени Серова. Вот посмотрите, какие замечательные у нас в Строгановке учатся. В школе имени Серова. В Старте. Какие разносторонние ребята. А почему ты нарисовала водопад? Где тебе? Ты видела его или просто ты... Это в горах горной местности. Там есть такой водопад с кустом и горой такой. Так, это ты видела, да? Ты была в горах там, да? А, понятно, понятно. А ты с натуры рисовала или по памяти потом? По памяти. По памяти. Слушайте, еще и по памяти нарисовала. Посмотрите, и горы, и водопад. И это, видимо, какая-то зеленая лужайка там, да? Есть куст. Или это, это куст у тебя. Куст. И облако, и небо, и солнышко. И это, наверное, ты. Нет. Нет? А кто это? Просто. Просто? Какая-то девушка стоит и ловит брызги от водопада. Ну, по-моему, очень здорово. Ты много уже нарисовала? Да, много. Много? Ясно. Это ты лучшую свою работу нам принесла? Просто выбрала то, что тебе очень нравится. Ну да. Ясно. Молодец. Спасибо. А еще вот у нее такая работа есть, но мы тоже решили ее показать. Посмотрите, какая фея красивая. Да, на тебя похожа. А здесь фея превратилась вот в такую бабочку. Вообще, это ее с собой. Поэтому я чувствую, она странная. Это не считается. Хотя мне бабочка очень понравилась. Вот. В общем, тогда фея. Фея, она не плачет. Нет, это просто фея ночи. И она плачет от радости, потому что скоро будет рассвет. А, понятно, понятно. Ой, ребят, какая у вас прекрасная фантазия. Просто молодцы. Спасибо тебе большое, Машенька. А еще вы посмотрите, какие у нее изумительные поделки. Это не надо?
Не любит. Ну, мало ли, что ты не любишь. А я когда увидела, мне это очень понравилось. Посмотрите, какое блюдо. Какие нежные пастельные тона тут. Как сделано вообще? Это вы обжигали еще, да? Ведь обжиг тоже. А где? Ага, понятно, понятно. И здесь такая милая-милая рожица, да. Интересно. Это кто, кого ты тут нарисовала? Просто так, видите? Как солнышко, да, прям блинница, действительно. Сюда можно складывать блинчики, оладушки всякие. А это, вы посмотрите, просто греческая ваза, да? Очень красиво. Причем, вы посмотрите, она обрита и внутри, и здесь. Расскажи, пожалуйста, про эту вазу. Где она сделана, конечно, на гончарной вазе? А ты не слышишь? Давай, микрофончик, скажи. Это сделано там же, прямо в платонике. Это сделано на гончарной вазе, да? Да. И на гончарном круге. Вот, кстати, ребенок сам сделал своими руками, насколько все ровно, насколько вообще все получилось красиво. Ну, здорово. Умничка, вообще молодчина. Молодец. Молодец, давай. А что тебе больше нравится, лепить или рисовать? Да, я рисовала огромную розу, но она еще не обожглась. Ага, еще и розу. Понятно. Мне больше всех моих поделок нравится. Потому что я не рисовала в базе, и все приходит. Ну вот видишь, значит, все, ты сама все можешь. Просто как художник Рубель, который тоже и лепил, да, и делал изразцы, и рисовал. Вот, представляете, какие у нас таланты. Какие у нас таланты. Ты не была еще на выставке в Рубеле, нет? Сейчас проходит. Сходи обязательно, тебе будет очень близок этот художник. Ладно? Хорошо, все, давай, успехов тебе. Спасибо большое. Ваши аплодисменты, Мария Торчилина, второй В-класс. На сцену приглашается Струнников Виктор, 2-й, 5-й класс, портрет папы ко дню отца. Давайте ваши аплодисменты, поддержим Виктора. Это моя работа. Я ее сделал в архитектурной мастерской. Я там занимался несколько лет, но потом перестал заниматься и пошел в другую мастерскую. И это работа из какой мастерской? Из той или уже из новой? Нет, это из той, из старой. Из старой, из новой есть еще, да? Есть, но не дома. А что ж тебе принес? Мы бы посмотрели, сравнили, нам же интересно очень. Несешь потом? Ладно? Ну, здорово, здорово. Ну как, смотрите, какой папа. О, а папе понравилась твоя работа? Не знаю, мне не бывает. Ну, наверное, понравилось. Я думаю, что если бы сделали мой такой портрет, я бы очень обрадовалась. Мне бы понравилось. Такой скульптурный портрет, очень здорово. Ты все сам резал, сам клеил, да? Тебе помогали? Помогали. Помогали немножко? Да. А так скульптуры ты умеешь, лепишь из чего? Нет? Нет. Ну, может быть, еще будешь, раз портрет скульптурный, значит, займешься скульптурой. Да. Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо, давай, успехов тебе. Аплодисменты, да? Елена Дорисовна, я вам сделаю такой портрет. Вы будете рады? Очень, Лиза. Все, я сделала вам такой обязательно портрет. На сцену приглашается Ксения Аверина, 3-й А-класс. Аплодисменты Ксюше. В этом конкурсе. Тогда я подумала, что же я хочу нарисовать. Но я вспомнила, что недавно мы с моей семьей, моей сестрой и моей мамой ездили на отдых. Там мне очень понравилось купаться в океане и ездить на велосипеде.
На этой картине изображена ночь, прозрачный океан и синее-синее небо. Очень романтичная картина, по-моему. Видите, фонарики, океан, небо, звезды. Очень красиво. Очень, да, прям такая красота. Куин же, просто Куин же, да? Согласна со мной? Молодец, молодец. Спасибо большое, спасибо, Татьяна. Аплодисменты Ксении Авериной, третий А-класс. На сцену приглашается Сергеева Алика. Ваши аплодисменты. По-моему, это человек, доставивший больше всех работ сегодня. Да, да, и каких работ? Естественно, люблю рисовать животных. Еще год назад мои картины выглядели вот так. Но потом я узнала о существовании онлайн-школы Егора Матита. Я пробовала разные техники. Пастель, акварель, цветные карандаши, графику. Но больше всего из них мне понравилась пастель. С помощью пастели я могу более качественно отрабатывать детали моих работ. Видите, ну потише, пожалуйста, ладно? Должна рассказывать о своих работах. Это моя последняя работа. Посмотрите, как здорово нарисован. Это тигрят, да? Это львица. Мама львица и ёнок. А, львица и ёнок. Ну, просто здорово. Здесь очень много таких вот еще работ. Там лесники нарисованы. За год ты нарисовал, да? Да. А сколько времени у тебя уходит на одну работу? Ну, на одну работу примерно неделю. Не за один раз. Ну, конечно, конечно, здорово. Ты сначала рисуешь фотографии. Сначала карандашный набросок, да, делаешь? Ну да, специальные поставили карандаши. А здесь Алика принесла еще нам, посмотрите, а это картина, которую она нарисовала в прошлом, да, году? В прошлом году. Кстати, вот как, какой прогресс. Здесь. Какой прогресс. Да? Какие были работы и что сейчас? А вы посмотрите, какой Джек Рассел. Это просто фантастика. Это живые глаза. С ним хочется начать играть и бегать просто, да? Видите, ребят? Потом можете посмотреть, подойти поближе. А здесь бабочка на цветке. Тоже очень утонченно, очень красиво. Потрясающе. Просто потрясающе. Еще кошечка у нас, да? Смотрите, жалко, что нет у нее ушек. Ну да, не посмотрим. Ну, зато глазки, да. Зато есть глазки, носик, мордочка. А глазки-то разного цвета, вы видите? Один оранжевый, второй зеленый. Это так падает цвет, наверное, да. На глазки. Молодец. И каждый волосок выписан, каждый вообще коготок. Ребят, ну это просто потрясающе. Просто потрясающе, да? Белочка. Прекрасно. Ну и вот моя любимая птичка Снегирёк. Смотрите, как красиво сделано. Пушистенькая, брюшко хочется погладить. Видите, как здорово. Спасибо тебе. Алика, помимо живописи, ты еще чем-то занимаешься, спортом, например? Ну, я занимаюсь танцами. Профессионально? Нет, не профессионально. Просто хобби. А где ты учишься, расскажи, в какой студии? В онлайн-школе. Онлайн-школа? Да. То есть это даже ты не учитель, а компьютер. Молодчина, молодчина. Успехов тебе и спасибо за твое творчество. Можно прям поздравить сделать. Ну, в классе точно. В классе точно. А мы с вами двигаемся дальше. К микрофону приглашается Мухаметов Игорь, третий А-класс, у которого сегодня даже несколько, не то чтобы поделать, в нескольких номинациях участвует человек. Давайте поддержим Игоря бурными, бурными аплодисментами. Я сейчас
немножечко расскажу предысторию. Он сегодня пришел и принес несколько больших коробок. Когда мы стали их распаковывать, то увидели вот это чудо необыкновенное. Мы так боялись что-то повредить, что-то сломать. А еще девочки, которые мне помогали, говорят, а нас сейчас током не ударит? Не ударит током, нет? Расскажи. Меня сподвигла эта идея с первой поделки, это землянка. Мы построили макет, как жили, я задумался, как жили люди в древности. И мне дедушка помог, рассказал, и мы с ним построили поделку. Так, вот это земля, это древнее жилище, да? Жилище древнего человека. Посмотрите, как здорово сделано. А что сверху? Это что листья. Такое? Листья. А внутри что? Расскажи, там я вижу дрова, скамейка. Он создан из бумаги и пенопласта, детского домино, деревяшек, листьев и электричество там. Ну-ка, отключи нам электричество. Он разрядился. Разрядился, жалко. А где бы огонь горел, расскажи? Печки. Печка. Ну ты уж это заряди, а мы потом посмотрим. Ладно. Я бы тебе посоветовала, знаешь что, чтобы сделать еще какое-нибудь такое же жилище древнего человека, съездить в Костенки под Воронеж. Это очень интересное место. Там находится тоже стоянка первобытного человека, самая древняя в Европе. Ей, между прочим, 50 тысяч лет. Там кости мамонта. Из костей мамонта они делали себе жилище. Из челюстей мамонта делался пол. Из его бивней делались пологи такие. И сверху набрасывались шкуры мамонта. Дальше все это можно увидеть, потрогать. И самому даже участвовать в раскопках. Это очень интересно. Место Костенки, ребят, под Воронежем. Если вот у кого-то будет интерес, обязательно там побывайте. Там музей прекрасный. И тебе советую тоже. И в следующем году сделаешь нам такую же поделку, только из костюма. Хорошо? Все, давай рассказывай дальше. Моя вторая поделка – это гидроэлектростанция. Она теперь вот работает. Давай. Ух ты! Что-нибудь должно здесь, а вот это не должно быть? Здорово, молодец. А что за моторчик? Мотор – это из конструктора электрика. Здорово. Последний поделок – это вулкан. Да. Сейчас я ему покажу. Ладно, посмотрите, какой вулкан, он прям в разрез, да, получается? Видите, и лава, и все, что хочешь, вообще, и камни. Так, ну сейчас будет какое-то чудо, по-моему, да? Давай попробуем. Самому просто нравится вот что-то мастерить, придумывать. Так занимаюсь на робототехнике. А, ну робототехника все-таки тебе дает, конечно, тоже какие-то определенные знания, да? Молодец, молодец, Игорь. Все, успехов тебе. Давай, ждем новой твоей работы. Ладно? Давай, счастливо. Спасибо. Спасибо. Следующий к микрофону приглашается Алиса Щетинина, 3-й В-класс.
ее рисунок «Золотые горы». Ваши аплодисменты. Сегодня я расскажу про свою любимую картину «Золотые горы». Я ее нарисовала после отпуска. И расскажу я это в стихах. Я презентую вам картину. Из гор мне хочется начать. Когда ты смотришь на вершину, то блики можешь замечать. Все это солнце за холмами, залилось золотом весь свет. До гор дотронулось лучами, и это ранний был рассвет. Я вдохновилась видом летом, смотря в безоблачную даль. Гуашь мне помогала цветом, а отблеск создала поталь. Картина «Золотые горы» об отдыхе даст помечтать. Забыть поможет ваши споры, и крепко будете вы спать. Что, это сама написала стихи? Да, я последние строчки, а вот первые мне мама помогла. Ой, здорово, и стихи написала в своей картине. Какая молодец. Смотрите, какая таинственная, да, замечательная работа. Меня вот она очень успокаивает, когда я смотрю на такие золотые горы. И я просто вот как раз видела из окна утром вот такие горы. Но я решила пофантазировать и сделала, как будто бы снег. А где вы были? Мы были в Крыму, Ялта и Турист. Но я придумала, что это холодное место, а не теплое такое. Зима и бруса, да? Да, да. Хорошо. А это сусальное золото у тебя, да? Это не краска? Нет, это поталь как раз. Да, вот видите, таким золотом покрывают иконы. Да. Мы специальным клеем, я вот приклеила, да, да, как раз. Клеем. Очень красиво, очень здорово, молодец, прекрасная работа. А еще у тебя есть работа? Да, у меня очень много. Вот у меня самая любимая работа – это пиратский корабль заброшенный. Но здесь мне уже помогли. А вот эту вот картину мне учитель показывал на листочке вот отдельном, а я рисовала это вот как раз на таком листке. Смотрите, просто замечательно. Замечательно. И стихи, и картина, и все в рамочке оформлено. И очень вдохновенная работа. Да? Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Давай, новых успехов тебе творческих. Ваши аплодисменты. Друзья, помните, мы с вами договаривали, что мы себя ведем прилично во время выступления, не разговариваем, потому что ребята волнуются, стоя на сцене. Давайте мы с вами сядем, как нам велит социальная дистанция, через одно кресло. Я вам об этом напоминаю. Хотелось бы видеть ваши очаровательные лица, а не ваши спины и затылки, поэтому давайте мы с вами договоримся, что вы будете вести себя тихо и прилично, хорошо? Не слышу. Вот и договорились. Ну что ж, к микрофону приглашается Науменко Дарья, 4 А класс. Аплодисменты. Я рисовала эти работы в архитектурной школе «Старт». Еще я выпускница средней школы «Серова». Хочу выразить огромную благодарность Гальскевич Полине Валерьевне, которая готовила меня к предпрофессиональному курсу старта. Это мои тоже работы в черно-белой графике. Это работы... Тут одна работа красками. Это был натюрморт. А это две... Вот. И еще есть работы, которые я сделала фломастерами. Хочу представить еще своих педагогов. Учитель по живописи Анна Геннадьевна, учитель по мерному моделированию Татьяна Юрьевна и учитель по архитектурному развитию Андрей Николаевич. Каждый из них вложил в меня кусочек потенциала. Если бы не они, мне кажется, я бы так бы хорошо не рисовала. И главный учитель, который мне вообще... вел у меня по тропинке за руку, это Орлова Ирина Борисовна. Она главный педагог школы «Старт». Она меня поддерживала в каждую ситуацию. Она перед предпробом на моем поступлении сказала: «Ты должна поступить, не зря ты ходила 6 лет в эту школу». Я поступила, и когда я к ней захожу,
Она сидит, у нее занятия, я говорю: «Ирина Борисовна, я поступила». У нее такие глаза счастья были, как будто я ее ребенок, и она так за меня порадовалась, как будто она за мной прям ухаживала. Она, ну, если у меня что-то не получалось, она говорит: «Даша, все стирай, перерисовываешь». И если посмотреть каждую мою работу, она, ее рука была ни в одной работе, но ее взгляд был на каждой частичке. И каждую работу она доверяла мне делать сама. Если мне что-то не нравится, ей что-то не нравится. Если мне что-то не нравится, она мне помогает. А если ей, если мне что-то не нравится, то я делаю, как мне нравится. И это правило у нас участвовало всегда. Но задание есть задание. Поэтому хочу выразить всем огромную благодарность моим педагогам. И если бы, повторюсь, не они, то я бы так бы не рисовала. Это вот моя первая работа. Видите, это первая работа, а это уже вот поздняя. Есть разница, да? Да. Вот это предпоследняя. И еще расскажи про свой внешний вид, пожалуйста. А, да, это моя классическая форма. Я ее боюсь маме показывать, потому что, мне кажется, мама скажет: «Я для чего стираю? У тебя что, дома стиралки нет?» Если посмотреть, у меня тут краска лежит, тут у меня фломастер. Я вчера, когда смотрела, думала: не буду я их выкладывать. Я просто завтра опять уже класть. Я каждый день хожу, у меня трехчасовое занятие. Мне кажется, я летаю на пленэр, мне это очень нравится. У меня прабабушка Надежда Ржевская, это главный архитектор СССР. Она посвятила последний день жизни мне, и я была еще совсем маленькой, из пеленки, и мне бабушка говорит, она будет великим архитектором, и она мне написала книгу, которую я перечитываю почти каждый день, и эта книга для меня очень многое значит. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вот стоит будущий архитектор, художник-архитектор, и я надеюсь, она, может быть, спроектирует нам новое здание школы когда-нибудь даже. И у нас будет какая-нибудь там стоэтажная школа, да? Все с прозрачными стенами. Конечно, жалко учителей, которые будут спускаться, поднимать, скажем. Лифт. Ну, лифт, мне тебе лифт жалко, 50 лифтов делать. Хорошо, спасибо, Дашенька. Успехов тебе, молодчина. Спасибо большое. Ваши аплодисменты, Дарья Науменко. На сцену приглашается Лашку Анна, 4-й В-класс, рисунок «Дом мечты». Здравствуйте, меня зовут Анна Лашку, я учусь в 4-м В-классе, мне 10 лет. Я хотела бы вам показать мои работы. Моя работа, самая главная, это «Дом моей мечты». Она так называется, потому что я всегда хотела иметь дом на дереве с развлечениями. Ну, то есть тут изображен фанат, горка и качели. Самая главная моя задумка в том, что дом разделен на две части. Первая часть сделана плавными линиями и закрашена теплыми оттенками. А вторая сделана прямыми линиями и закрашена холодными оттенками. Ну, немного. Так вот. Называется «Орел перед атакой». «Орел перед атакой». Ух ты! Действительно, сейчас летит. Давай, чтобы все ребята тоже видели, мы сюда встанем. Я так и назвала свою картину, потому что здесь изображен орел, который хочет схватить добычу. Вот. И самая главная ценность в том, что я над каждой деталью очень долго работала. Это видно. Вы представляете, сколько выписывала здесь тушью? Да, тушью ты занимаешься? Да, я занимаюсь, но эту работу я делала сама. То есть это моя задумка, я все делала сама. Молодчина. Занимаюсь я в школе стат. Она же не только рисует, она еще и актриса. Она же сыграла у нас в сценке «Пожар во флигеле» или «Подвиг во льдах». Так что очень разносторонний товарищ. И актриса, и художник. А кем ты хочешь в будущем стать?
не знаю, мама говорит, что архитектор. Архитектором тоже. Вот видите, сколько у нас архитекторов. Ну, я считаю, что замечательные работы, просто потрясающие. Молодчина. Молодчина. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Прошу громкие аплодисменты. На сцену приглашается Галатенко Марфа, 6-й Б-класс. Давайте ваши аплодисменты, поддержим Марфу. Разных цветов, красок, и как схвачен образ, какой взгляд. Видите, что вообще здорово. Да, ребят? Да. Очень здорово. Есть еще один. Это моя мама. Мама? Да. Это я рисовала без тренировки. Ну, она что-то грустная. Фотография. Тоже очень здорово, очень здорово. Смотрите, так тоже все схвачено. А чем? Карандашом. Видите, карандашом. Буквально несколько движений, да? Ты долго рисовал? Нет, где-то половину. Час. Час. За час создать вот такую картину. Марфа, а масло есть еще? Я сейчас еще одну рисую, тоже мастихина. Больше масляной среды нет? Масляной. Я недавно еще не знаю. А как у тебя работает графически? В основном входит карандаш. Ну, масло у тебя очень здорово получается, поэтому я тебе очень советую начать побольше заниматься маслом. Ладно? Стараешься? Если очень болит, принеси нам 2-3 хотя бы работы. Спасибо тебе большое. Спасибо. Успехов. Аплодисменты на Молодчина. Молодчина. К микрофону приглашается Афанасьева Мария, 7-й Б-класс. Графика под названием «Истина». Ваши аплодисменты, Мария. Истина. Вот что это для такое, что для меня это такое. Истина же это правда. Ну, для всех по-разному. Вот для меня, например, истина в музыке, в архитектуре. Я изобразила это в своей работе. Фон у нее тоже очень фантастический. Звуки истины для всех разные, это и правда. Ведь для всех истина своя. У каждого своя правда. Да. Мне пришла в голову очень интересная идея, я, ну, мне кажется, все любят поесть. Вот я не исключение, это яблоко. Как оно связано с музыкой? Это у нас флейта, из которой выходят ноты. Я знаю, что не с той стороны, но мне очень понравилась эта идея. И вот так я связала все свои увлечения в одну работу. Вообще, я тоже учусь в архитектурной школе «Старт»,
Но делали мы это дистанционно, поэтому работу мы делали сами, все с моей группы, и вот потом приходили и исправляли. Мне она очень понравилась, и рваная техника тут тоже вот играет большую роль. Ну, что-то мы в свою жизнь вставляем спонтанно, правильно? А вот это что такое? Вообще, здесь зашифровано старт, то есть вот буква S, T, A. Иногда мне самой тяжело найти где-то что. Вот. И это изначально должен был быть червячок, но потом мы просто сделали, ну, я сделала это просто как буква D, которая тоже за это, ну, вот так вот. Понятно. Ну, здорово. Очень оригинально, необычно, и вообще фантазии, конечно, просто зашкаливают. Здорово. Спасибо тебе большое. Ваши аплодисменты, Марья Афанасьева, 7-й Б-класс. И завершает номинацию декоративно-прикладного искусства Киреева Марина, 6-й А. Ваши аплодисменты. Работы, которые сделаны из пластилина для моделирования. Я выбрала именно пластилин, потому что из любого бесформенного куска можно сделать все, что угодно. Но это не все могут сделать что угодно. Я тебе должна сказать, это все-таки должен быть талант. Сложность заключается в том, что надо повторить выбранный прототип. И чем лучше он повторен, тем выше мастерство. Это док у тебя, да? Собака, док, наверное, похож на дока. Это интерьер. А, ясно. Хорошо. Еще одна сложность заключается в том, что надо повторить движение, эмоции, настроение и что происходит в работе в данный момент. Это кошечка? Да, первая работа – это кошка, которая, пожав лапы, лениво сидит на печке. На печке тут нет. Вот, ну это просто кошка. А это замечательная, очаровательная лягушка. Вторая, да, это лягушка. Она только что выпрыгнула на кувшинку и очень напоминает лягушку из... Царевну лягушку. Ей бы еще коробку. Из дюймовочки. Из дюймовочки. И последняя моя любимая работа – это собака. Это Эрдельтегер. Смотрели? Ну, помочь. Спасибо тебе огромное и успехов тебе. Прекрасные работы. Ты только лепкой занимаешься или рисунком еще? Ага. А ты где занимаешься рисунком? Сама. Сама, да? Ну, молодчина. Все, спасибо тебе большое. Успехов. Спасибо. Спасибо. Давайте поаплодируем Марине Кирееву, 6-й А-класс. Вот и подошел к завершению, точнее, подошла к завершению первая номинация, и мы с вами переходим ко второй номинации, это фотография. И у нас здесь представлены две работы одного человека, это Иван Ушаков, 3-й В-класс. Давайте поаплодируем. У него две фотографии, которые называются «Сестрички», и вторая фотография «Лучший друг». С чего начнем? Первая фотография, где моя сестра изображена на лодке. Эта лодка заброшенная в таком саду. Вот. Это я снимал сам на свой фотоаппарат.
Это микрорайон в поселении Каменка. Возле моря. И если из нашего дома идти прямо, то потом можно увидеть сразу же море. А вторая картина – это мы в лесных далях, где весной, или нет, летом, в лесных далях летом Иварь забрала такую цвет. Красивый, не забудьте, да? А сколько у тебя сестричек, расскажи? Это вот две. Две сестрички, две. Да? Понятно. Вторая сестра, ей уже 11 месяцев, уйдет 12-й, будет год. Это она ест землянику или маленькую? Она ест землянику, а вторая там она моется. Вот. А это, опять же, моя сестра старшая. Это где она в фуражке, это она отсылает на 9 мая поздравления моему дедушке. Потом, это тоже в лесных медалях, она это тоже в лесных медалях зимой. И она сдувает снег. Спасибо, Ванечка, спасибо. Сейчас еще фотографию. Следующую фотографию. Еще давай. Это сам фотографировал. Следующая фотография называется «Лучший друг», Сергей Игоревич. Можно? А дедушка кто? Спасибо. Дедушка главный директор, генеральный директор завода счетчик по электричеству. Ну, давай рассказывай про лучшего друга. Какого много? Ух! Это я почти с моей собакой. Это когда мы были в Крыму, там была такая собака у нашего хозяина. И она мне очень понравилась, и он сказал, можешь ее выгуливать, и она как бы твоя. Вот, но он сказал, ты должен подобрать такой поводок, чтобы она не убежала, потому что она очень пугливая. Она однажды, я не говорю, что она однажды сорвалась и там даже... Ну, не покусала никого бы? Не покусала? Нет, покусала, съела. Курицу съела. Вот. Потом это моя сестра средняя. Она взяла кролика. Потом это моя мама держит двух ужиков, которых я поймал у дедушки на даче. Потом это моя младшая сестра, где уже ей 9. Да. Месяцев. И моя средняя сестра, она... Кота держит, гигантского да, кота. Когда сначала она его накормила, а потом она его... Потом... От твоего зоркого взгляда ни одна деталь, конечно, не могу сказать. А сейчас присмотрите фотографии дальше. Здорово. Здорово. А мы с вами двигаемся дальше. И последняя номинация Ломоносовского конкурса – это сами видеоролики. А мы с вами начинаем с видеоролика Федора Макарова, 2-й Г-класс. Он здесь? Данные технологии прочно вошли в нашу жизнь, их развитие будет активно продолжаться. Последние годы цифровой формат начинает активно внедряться в образовательную систему. И это уже наша реальность, без которой невозможно современное образование в любом из его направлений. В
Под цифровым обучением обычно поднимается целый комплект задач, одной из которых является использование IT-технологий в качестве дополнения к уже существующим образовательным практикам. IT-технологии позволяют не только быстро находить нужную информацию, но и использовать ее по-новому, организовывать в различных форматах, делать доступнее для восприятия. Стандартные школьные пособия постепенно отходят на второй план, так как ученики предпочитают электронный вариант. Важно, что цифровые технологии позволяют делать образовательный процесс интерактивным. Представляю вам мою разработку, математическую игру «Умный питон», написанную на языке Python. Предлагаю вам посмотреть мою презентацию. Почему я люблю Майнкрафт? Потому что это возможность путешествовать по сказочным мирам, там, где я еще не бывал, и где, возможно, мне удастся побывать совсем не скоро. Миры в Майнкрафт называются биомы, там есть все, что существует в реальном мире и чего в нем нет. Сегодня я расскажу про мои 5 самых любимых биомов, а всего их 79, 69 в верхнем мире, 5 в нижнем мире и 5 в краю. Первый биом – равнины. Вот так выглядит реальная равнина, а вот так в Майнкрафт. Второй биом – лес. Вот так выглядит реальный лес, а вот так в Майнкрафт. Третий – не просто лес, а темный лес. Выглядит довольно пугающе. Далее – река. В жизни – вот Волга в Нижнем Новгороде, где я был летом, и река в Майнкрафт. И, наконец, болото. Тут живут разные существа. Почему я люблю Майнкрафт? Потому что это пространство для творчества. Можно построить красивый дом, стать виртуальным фермером и собрать урожай пшеницы и многое другое. В следующей серии я расскажу вам о героях Майнкрафта. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь, от чистого листока. Прекрасная далёка, прекрасная далёка, я начинаю ход. Слышу голос из прекрасного далёка, он зовёт меня не в райские края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь, от чистого истока. Прекрасная далёка, прекрасная далёка, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь, от чистого истока. Прекрасная далёка, прекрасная далёка, я начинаю путь. Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь, от чистого истока. Прекрасная далёка, прекрасная далёка, я начинаю петь.
вами сейчас находимся в Москве, в Медовом переулке. В этом доме с 1926 года жил и работал ученый, изобретатель и один из пионеров ракетной техники Фридрих Артурович Сандер. В 1908 году он опубликовал свою первую работу, посвященную межпланетным путешествиям. Работы Сандера по ракетостроению послужили базой для дальнейшего исследования в этой области. В честь этого великого ученого и установили эту мемориальную доску. Пионеры ракетостроения довольно часто терпели неудачи, связанные с несовершенством техники и недостатком знаний. Достаточно серьезную проблему представлял выбор подходящего топлива и скорости его горения. Большей частью работы зиждились на энтузиазме исследователей и бесстрашии испытателей. Ракетной техникой занимались в разных странах. В Америке испытывали ракеты-носители и ракетопланы, в Германии реактивные самолеты и дрезины на реактивной тяге. В июне 1932 года в Советской России под руководством Сергея Павловича Королева была создана группа изучения реактивного движения «ГИРТ». Уже в августе 1933 была запущена первая советская ракета на жидком топливе «ГИРТ-09», а в ноябре знаменитая «ГИРТ-10». Переместились на Садово-Спасскую улицу, дом 19. Здесь мы видим мемориальную доску, посвященную группе изучения ракетного движения, сокращенно ГИРД. Эта организация занималась разработкой ракеты двигателей к ним. Ракеты, созданные ГИРД, легли в основу создания ракеты космической техники и положили начало ракетостроения. ГИРДовцы разработали практические основы реактивного двигателя. Инициатором создания ГИРД был как раз Фридрих Артурович Сандер. 17 августа 1933 года в подмосковном Нахабино состоялся запуск первых двух советских ракет, на одной из которых как раз стоял двигатель Сандера. Ракета поднялась в воздух на 400 метров, и полет продолжался 17 секунд. Историческое значение ГИРД в том, что эта группа сыграла большую роль в создании школ ракетостроения. Так было положено начало практическому исследованию космоса в СССР. Будущий величайший ученый Сергей Павлович Королев появится на свет 31 декабря 1906 года. По новому стилю это случилось 12 января 1907 года. Это имя неразрывно с началом эры освоения человеком космоса. Самыми первыми трудными шагами в разработке ракет наследие великого мыслителя и теоретика Циолковского оставило глубокий след в душе будущего конструктора и стало причиной страстного увлечения построением ракетных летательных устройств. И, наконец, мы с вами переместились в Останкино, в доме на первой Останкинской улице с 59 по 66 год жил и работал главный конструктор космической техники Сергей Павлович Королев. Сергей Павлович Королев является одним из основных создателей современной ракетно-космической техники. Он является ключевой фигурой в освоении человеком космоса и основателем практической космонавтики. Под его руководством был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. И, наконец, уже запуск первого космонавта планеты Юрия Гагарина,
который состоялся 12 апреля 1961 года. В этом году все будут замечать юбилей этого незабываемого события. 60 лет со дня первого полета человека в космос. Thank you.